Приветствую, дорогие друзья, с вами Дамир, мой игровой никнейм Дамир Тот, и думаю, что пора пытаться взять три отметки на вафлепазике. У меня сейчас, как видите, 94%, давайте я сейчас вырублю всякое лишнее, вот так, чтобы много чего не висело. Вот, 94% у меня на отметки, довольно-таки много боев, 2633 средний урон, 60% побед. Вот. Довольно-таки много уже боев сыграл, 210 боев, 60%. Вот такие результаты на данный момент. 94.03. Кстати говоря, это получается уже во флипазик один из самых популярных моих танков стал, да? Да, вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На седьмое место вышел. Он еще КВ-4 сейчас обгонит, то есть на шестое место выйдет по часто используемым танкам. Но не мог БЗ пытался делать и так далее. Ну и качал, разумеется, гриля. Без всяких там резервов, в частности, качал. И со стоки играл. То есть за свободку много чего не открывал. Но гриль открыт. Он весь топовый, но о том, что отметка так близко, хочется эту отметку добить. Добить. Статистика все по нулям. Все. И можно отправляться в бой. Тут фарм будет идти плюс 24%. Так, минутку. Я тут хочу встречный бой выключить. Поехали. Так, штурм. Я, наверное, пойду налево. И попытаюсь слева отстреливать тех, кто будет выкатываться. Ну, типа, нужно, конечно, и справа стоять, но я пойду налево. Я везде не могу быть. Просто если нас слева порвут, то точно уже все. Поражение. Хотя и справа как бы тоже опасно. Ну, слева точно уже сразу, блин. Везде поджимают, везде убивают. Я не люблю, например, когда агрессивно в город заходит. Например, наши уходят все по флангам, а противник заходит через центр. Особенно так бывает, когда я на тяже играю. Я, то есть, нахожусь в городе, но я нахожусь условно один или двое нас тяжей в городе. Остальные все по углам разошлись. И въезжают 5, 6, 7, 8 танков. Быстро тебя убивают и все, блин. Весь центр, блин, просто весь город забирает и потом убивает правую часть, так по их там по одиночке, то прав. Жалко, конечно, что промахнулся. Нужно, конечно, хорошие бои делать. Под 4000 где-то. Чтобы отметка точно росла.
пока только один план. Куда-то агрессивно ехать тоже не стоит. Хотя мы как бы выигрываем пока что. 4-0. На центре, конечно, там, конечно, хорошо, вот здесь 40-02, кстати. Там две эти. Не успел. Не успел. Не успел 705-й заехать. То все светились. У нас 49-ка шотная. Все, добить осталось. Там добьют. Все нормально будет. О, нифига себе, уехал. Объект 430 уехал, освободил зону, в которую можно въезжать. Что я больше всего ненавижу? Что я больше всего ненавижу? Это когда тебя выбивает мотор с гуслей. Просто мотор с гуслей выбивает. Это просто жесть. Я не ожидал, что здесь 705 вот так стоит и в приемке стоит. Просто в приемке. Я думал, просто сейчас выкачусь, дам урон. И закачусь вот сюда, вот сейф. Фиг там было, блин, гусля и мотор. Я это ненавижу. Вот это сейчас бой говно будет, у меня отметка улетит. Мне это так сильно бесит на всяких этих ЛТшках, там, условно, 12Т, 1375, там, 90, бат. Когда, блин, тебя ломают двигло с гуслей. Ты же играешь с обычной ремкой, ты не можешь все отремать. И у этого тоже проблема вечная. Мотор ломают с гуслей. Я-то всегда чиню это гуслю автоматически, то есть сразу 5-5. Починил гуслю, а то смотрю, мотор-то у меня сломанный. Никуда не уеду. По таймингу было все круто, если бы я реально сейчас заезжал, давал урон и прятался вот в эту фигню, было бы нормально, я бы выжил. Еще бы нанес урон. В итоге было бы где-то 1500, а в итоге что? Ничего.
Ехать, конечно, на этом танке иногда проблематично. Почему на нем проблематично, в первую очередь? УВНов нет. Да, 93,2 слова. Самая большая проблема — нет УВНов. Это просто вечная проблема. Ты все время должен жопой ездить, чтобы стрелять, а не передом. Передом ешь, тебе еще и мотор ломают, вот как сейчас. А жопой ехать ты быстро не можешь. Так, ну ладно, здесь в кусты стану, да? Опять буду в приемке стоять, ждать чего-то. Я просто хотел бы просто карту. Нет, карта, в принципе, неплохая, если будут ехать на меня, чтобы я давал урон, а не так, чтобы я ехал на кого-то. И именно вот это большая проблема, как бы ПТ, особенно картонных, что нужно, чтобы на тебя ехали. Условно говоря, Малиновка. Вот карта бы Малиновка. Все, блин, толкаются все влево, вправо. Wargaming никак не может расположить респы так, чтобы танки нормально ездили. Арта слева, чтобы стояла. ЛТшки всегда по краям, чтобы они сразу ехали, а не кто-то их, чтобы таранил. Тяжи в направлении ТТ, куда обычно едут. СТ в направлении СТ, куда обычно едут. И так далее, чтобы они друг друга так один вправо, другой влево не толкали. ЛТ вообще должен всегда быть впереди. Иногда бы так бесит, когда ты сзади всех и должен, блин, всех обогнать. И во всех врезаешься. Сеть включили. Давайте, я жду, так сказать. Нормально арта прокинул по Е100. И вторая арта. Встал он, скажем так, на позицию. И арта начала его. Я так ненавижу, когда тоже там стою. По мне арта начинает долбить. Бам-бам, блин. Думаешь, ну ты же в городе, блин. Но там есть... Как прокидывают. Как вертуха? Какой за вертуха надо? Обзор-то у 400 очень хорош оказался. Чтоб он мел. На рогах, что ли, стоял? А, это бат меня, скорее всего, засветило. Не 430.
Стой! И ты стой! Отлично, на 500. Успел встать так, чтобы обманываем Марту, так сказать. Опускается. Вот так колбу зарядим. Плохо дело. Вроде как на меня едут, но вот этот бат, я его не высвечу. Я его там не высвечу просто никак. Стрелы были вот здесь вот, кажется. Максимум выдал по урону. Вот 3800.
4К есть в сумме. Вот это вот неплохо. Я стоял так, что я не видел гусли Е4. Ну, это тайпа 4. А он на самом деле его выставлял все-таки. Я его не видел. Так, 93,6. Конечно, это не 94. Надо еще лучше бои. Чтобы первый бой как-то нужно... Вот этот бой был просто хороший. Нужно бои делать лучше, там, 4500, 5000. Чтобы именно возместить первый бой. На самом деле у меня уже было 94,9% на отметке. Я никак не могу дать 3,5. Я уже второй раз так плаваю. Так вот поднимаю, падаю, поднимаю, падаю. Потому что очень сильно зависит, какие карты ты попадешь, какие команды попадешь. Потому что, как бы, да, у меня 60% побед на этом танке, я влияю на победу, на бои и так далее. Но, знаете, вот по этим двум боям я никак не влиял. То есть мы выиграли в первом случае без меня и проиграли, как бы, я уже просто настрелил в конце. Бой начинается. Жалко, что этот респ, а не тот. С того респа ты как бы стоишь так, что ты можешь простреливать и в центр, и направление тяжи, а здесь только одно направление по факту. Вот здесь вот стоять и туда ждать у моря погоды. Скорпион тоже сюда едет. Два тяжа у них там на воде. Сюда не припрутся уже. Да, это бой, мне кажется, будет долгим. И, возможно, я даже ничего не сделаю, да? Так, если он не ошибется, это будет круто. Если он не ошибется. Давайте я дислокацию поменяю. Что-то мне не нравится, как наши тяжи стоят, встают, встали. Я понял, он и там больше назад не может выдавать. Я бы хотел, чтобы назад поехал, но он не может. Снижена.
Командир контужен. Видимо, снижена. Заряжающий контужен. Скорость перезарядки снижена. Просто жопа. Со всех сторон. Постоим, подождем. Вафлепазе где-то здесь. Стрела нет, да? Блин, я выстрелил. Почему скорпион-то стоит? Ой, хана. Ну, кто там собьет? Пожалуйста, сбей. Сбей. Лично сбил. Тысячи урона. Блин, может, вертухи лучше бы кидал. Эх. Не думал, что дальше пойду, думал, типа, будет назад отъезжать, обратно.
какие награды. Нормально по 90 залетел вот этому. Командир, наводчик, двигатель. Какое-то достижение взял, непонятное. Так, 93,9 отметка. Вернулись. 2800. Вот тут это уже урон нормальный. Какая у меня тут задача висит? А, криты. Ну, в принципе, с этим танком можно сделать криты. Конечно, я там фугасил. Кстати, реально фугасил, а почему криты не случились? Видимо, мало, да, критов? По 90, конечно, много критов зашло, но... Только по нему. Здесь я встану здесь на полку, от нее можно вот сюда стрелять и вот сюда стрелять, то есть два направления крыть с этой позиции. Лишь бы, скажем так, повезло. Ну там 4 хеви у них может подставиться, возможно. Может ФВшка. Пятерка, не знаю, вряд ли она подставится. Ну, хочется им, чтобы кто-то подставлялся, чтобы набивать урон. Так, давайте даже голду заряжу. ББшка хорошо, но голда лучше. Так, 257 туда поехал. Сейчас он задний ход будет давать. Очень плохо. Что я промахнулся. Стрелка у него вообще не. Блин, быстрее заряжайся. Подставляются же. Как же я косячу? Сейчас ББшки пойдут. Thank you.
большая, вижу, вижу, большой угол стоит. Нормально танкует опять-то мои ББшки. Ладно, пускай танкует. Сейчас прилетит еще мне в обратку. Куда ты на тайпатах поехал-то, а? КД, да, вроде он? Я думал, фугас, ББ, фугас, ББ. Что зарядить так? Два каурона всего лишь. Надо еще два. Еще два К надо. Нападать, что ли? Да ладно. Вот это у меня, конечно, стрельба. Уровень бог. Все, как бы. Нет больше урона. Если бы сам не косячил, было бы 4+. Голды мало оказалось. Что-то Т5 вообще что-то танковал. Я надеялся, через гуслю там пробивает, но смотрю, что-то, блин, не пробивается. Так, 94,2 отметка. Провел 4 боя. Окей, поехали дальше. Ну, здесь я, наверное, как обычно, возле домиков вот здесь вот буду стоять. Вот эти, возле этих вот домиков. И все, и никуда не рыпаться. Зарядить еще фугас специально. На фугас, на револьвера, если что, могу пробить, да? Понятное дело, борща можно пробить. Возможно, даже пантеру вот эту, P-44 можно пробить. Можно пробить конвея.
можно пробить МХ-30 фугасом. ЛТ. А и Т-49, да, можно пробить. Не пробил я его фугасом. Не пробил. Снесли. Сейчас фугасик зарядим. Нет пострелов. Давай еще назад. Где-то там есть прострел. Если он будет двигаться дальше назад. Отвернул от меня башню. За три пульки ушел. Какая-то задача выполнилась. А, два каурона выполнилось просто. Блин. Был же прострел. Где там, что там?
Ну что, погнали? Вперед, в атаку. Дави, дави. У моих 34 хп не осталось. В пантеру я так и не попал, да? Ну все, походу я ничего не успеваю уже. Все светятся. Успел нажать. Палец уже дернулся нажатие. А он уже труп. Шел. Походу только 2300, больше ничего нет. Отметка опять упадет. Вот так вот и играю, блин, на этом танке. То густо, то пусто. 94 урона. Вот с чего начинали. С чего начинали? Для этого 5 боев сыграл, чтобы обернуться обратно к 94% ровно. Вот такие дела. Так, здесь можно пострелять вниз. Нужно жопу развернуть, чтобы. Потому что у воинов нету спереди. Надо жопой встать. И попробовать законтрить там Аблу, например, или 54-ку обычную. 44-ку бата. То есть кого-то из них, кто решит поехать вниз на воду. Сразу их там облапошит альфой. Чтобы не думали дальше куда-то идти в атаку. Вот почему вот опять же СТ сзади оказался. Главное там у нас. Ай, слишком медленно бабашка летит в ноги. Слишком быстро спускается. Когда они так ездят, вымерять. Галтушу заряжать.
стоит. Горит? Молодец. Далековато стоит. Блин, жалко, не попал. Того сразу же сюда сведет, вы понимаете? Артвот сразу сюда, я как засветился сразу артвот, бам! Опять же, урона мало. Мне нужен еще урон, еще, еще. Если бы попадал, конечно, когда они там спускались так вот, каждым выстрелом. Есть шанс, что наши тяжи проиграют. Я смогу пострелять. Стерва не выезжает в прострел. Ну чё, кто там родимый? Я сейчас голду, следующего полетит. Пробитие. Оба должны с фугаса умереть.
отлично. А я горю. А я горю. Мехвод контужен. Скорость движения и поворотов снижена. Повреждена рация. Радиус связи снижен. Круто, я сгорел. Просто, блин. Спасибо Wargaming за такие вот танки, которые мотор ломается. Горит, блин, в лоб. Я надеялся, что фугаса мне хватит, а не хватило, кстати говоря. 24 всего лишь фугасом залетело ему. Гуслю специально еще давал. Конечно, ББшка, возможно, даже сам бы пробил бы, если бы в НЛД стрелял. А так, увы, я. С поджогом. Охрененно. Зато посветил, да, эти чуть-чуть крополя. 705-ю, 54-ку. Ну, бой такой себе. 94 так и остался. Так. Дайте мне малиновку. Может мне побольше голды зарядить? Типа голдой шмалять. ББшка летит быстро. ББшка летит очень быстро. Но все равно ощущение, что мне ее не хватает. 1200 летит. Она реально очень быстро летит. 1200. Под калибр летит 1.5. Это вот прям вот лазер. То есть ты чуть-чуть вперед стреляешь, и ты попадаешь там. ББшка ты должен чуть дальше брать для стрельбы все равно. Вы приглашены во взвод. И всякие виляния влево-вправо. Вот видели же, там танки спускаются влево-вправо. Ты, блин, не можешь понять, куда он сейчас поедет. Под калибром, возможно, легче было бы стрелять. Фугас, кстати, тоже очень быстро летит фугас. 1200 фугас летит, это охренеть. Давайте сразу голду под калибр. Здесь только в одной точке я могу стоять. Больше нигде себя не вижу. Хотя типа могу вот здесь попробовать, ну не знаю. Пушка не опускается, да? Беда. Здесь, понятное дело, ничего не увижу. 75 прорывается. Стрел-то нет. Труп. Ну, нормальный слив. Быстрый такой слив.
допустим, статья. Я просто максимум пытаюсь отдавать. Ну никак. Ух, команда как-то слилась просто мгновенно. Я реально буду вот так вот гулять. 7 боев сыграл. Я реально буду вот так вот гулять. Около. До 3 отметок я не дойду. Так, карта все равно говно. С того респа я лучше бы с того респа поиграл. Ну, для приемки, скажем так. Для приемки, не для атаки. Здесь как бы здесь принимать хуже. С этой стороны. То есть ты всегда светишься, когда принимаешь на таких уровнях. На низких уровнях, да, ты еще можешь принимать. Хочу попробовать 90-ка забланить фугой или бата там кого-нибудь из ЛТ. Ой, этот КВ-4, конечно. Просто не мешается. Я никуда тупо не успевал из-за него. Стоит, блин, мешается. Так-то не пробил. У нас Е-75 подпер.
хорошо. Ох, тут и 7 уже. Тут уже и 7. Нормально команда поиграла, как нормально. Бежим. Бежим. Давай быстрее уже беги. Никак доехать не могу. Кто светить-то будет? Я не свечу. Подожди, 90. Нормально, да? Задефал. 5800 выдал. Успел приехать на эту позицию, на тебе. Как я ненавижу вот таких вот пидоров, которые сюда приезжают. Основном СРВ всякие. И, ну, я тоже не свечусь, я так стою специально, не свечусь, стреляю. Но у меня все, как бы голда кончилась, от не ББ. Thank you.
будем стоять в одной точке. У меня рогов нет, а что? Ну тебя же люмс еще засветится. Там хп все равно много, у ИСа 7 вроде много еще хп. Ладно, будем стоять. Мне кажется, они вот отсюда вот подъедут. Вот так вот проедут, вот сюда вот подожмутся под КВ-4. Блин, у КВ-4 хп-то не осталось. Но это именно такой вариант. У ИС-8 много хп, то есть КВ-4 забирают, это шотный, его тоже убивают. И все как бы. Потом до меня едут. Я же здесь все равно засвечусь, я не могу так прям, не светясь, все время стоять. Вот и 7 поджался. Ну, хп вроде как не так много. Можно убить. Но бой хороший, кстати говоря. У меня справа, видите, отметка пишется 95-08. Типа я сейчас третью отметку возьму в этом бою. Ну, не знаю. Как бы очень много хп. Сказать. Тяжело, однако. Тяжело. Эмиль там проехал без палева все-таки. Зря голда кончился. Эмиль, если вот это дерево, видите, передо мной стоит, если он вот по этому дереву так проедет, я его не увижу до упора. Если он ошибется и поедет вот по этому краю, я его увижу. Он ошибся.
Давайте фугасы, потому что я очень боюсь, что я не пробью со седьмого. Прям реально. Ощущение, что я могу его не пробить. А я так с двух выстрелов возможно. Хотя это может быть ошибка. Может он вообще подставится, и я могу ББшки его пробить. Семь что-то куда-то поехал, но увидел меня. Ну нормально так проехал, вообще без палева я не ожидал. Он реально вот тут вот так вот проехал, вот тут по углам. Ура! 8000 урона! 8000 урона! Я еще ЛБЗ выполнил. 9 фрагов. Это просто... О-о-о! Охренеть! Я выполнил ЛБЗ на объекта 260. Но, к сожалению, у меня не стояло это ЛБЗ. У меня другая ЛБЗ, которую тоже я выполнил. Жесть! И криты выполнил. Урон, все дела. Блин, это просто... А, видите, вот задача ПТ-12 я выполнил. Уничтожить урон, победить, выжить. 2 дня према, 4000. Ху, это просто, вот это бой, это просто ху-ху-ху. Да. Мастер, 3 отметки, блин. А, это просто нечто. 2 ЛБЗ выполнил. Это реально ЛБЗ на объекта 260 я сейчас вот выполнил. Просто вот так вот. Угу, вот это да. Спасибо Никите, что поздравил. Кстати, повезло, фугас-то. Нужно альфа вышло. Я насчитал за 2 альфы убить киса седьмого, а тут прям с одного фугаса прям какое-то везение. Офигеть, вот это бой, вот это бой. Никита-то с объекта 277, да? Да, 55%. Опыта. Ж какой лютая была фигня. Везение, конечно, без везения никуда, но повторюсь, это реально ЛБЗ на объекта 260. Я 8000 нанес, там 6 убил, там 9. То есть просто на объект 260 ЛБЗ. Прекрасные 3 отметки. И 95,7 стала отметка. Вот на такой ноте я закончил за 8 боев. С потрясающим одним боем. Прям, не знаю, наглядеться не могу. Кстати, я вот это ЛБЗ довольно-таки долго делал. Так, 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 так. Минутку. Вот их подвину. Вот это вот. Уничтожить 3 тяжи и 4000 урон. То есть я 4000 урона нашел, 3 тяжелых танков не убивал. Или там 3 танков, если убьешь, то 4000 не нанесешь. Ну, условно говоря, да? Вот. А здесь прям вот все сделал.
Ну, блин, это задача на вот этот объект 260. 8 тысяч урона, 6 машин. 6 машин, я тут 9. Вот она, задача, которую я вот выполнил, ПТ-15. Вот сколько я буду сейчас это выполнять в будущем? У меня осталось, получается, 2 взводные, 6 машин. Ну, это изи, как бы, да? 6 машин. Лично взвод и так далее. И вот это, наверное, будет тоже непростая. Лично взвод нанести 35% от суммарного урона своей команды. Не знаю, на шестых уровнях играть. На каких уровнях играть. Ну, посмотрим. Главное вот это вот. Главное вот это. Три отметки и сумасшедший бой. Ну все. Всем спасибо. Ставьте вот за этот бой, вот последний лайк обязательно. Комментарий от вас тоже жду. Просто, не знаю, офигенский бой. Это мой самый высокий средний урон. То есть у меня не было боя более 8000 урона, насколько помню. Вроде не было. И это вот мой первый бой, где я набил более 8000 урона. Ну все. Пока-пока. Ух.